Всем привет, кошечки, зайчики, девочки и мальчики. С вами я, Ангелина. Всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, мои дорогие. У меня сегодня, как я обещала, бишбармак. Первый раз я его готовила. В общем, это национальное блюдо у нас в Башкирии. В общем, оно так выглядит вообще аппетитно. Не знаю, мне очень нравится, красиво. В общем, здесь у меня, значит, специальное, вот я покупала, кто-то сам делает, как она, такими квадратами тесто, в общем, вот такими. Вот. Но я покупала, у нас продают для бешбармака. Значит, отварная говядина, я ее варила очень долго, наверное, часов 5. У меня была на косточках, это как ребрышки. В общем, говядина, тут вокруг лук. Лук такой у меня обжаренный, полукольцами, поперчила его и добавила соевого соуса, у меня такой коричневенький, в общем, зелень. И здесь пиалочка такая. У меня здесь бульон, в котором варилось все, мясо варилось, в общем. Бульон такой ароматный, с зеленью, с перчиком. В общем, лук я варила, морковь тоже, все в бульоне. Аромат просто невероятный. В общем, огурчики, помидорчики, давайте приступим. Мне вообще очень интересно. Извиняюсь, я немножко простыла. Ну, простыла меня Даша, видимо, заразила. Она немножко прибаливала. Садик как вышла, и вот у нас насморк, то что, и вот теперь я еще гундошу. В общем, так, кушают бишбармак руками, потому что биш – это 5 пальцев, в общем, переводится. Биш – 5 пальцев, в общем. Будем, давайте попробуем руками. Я еще, если что, так вилку взяла, в общем. Так, как его есть? Вроде как вот на тесто ложится мяско, немного лука. И вот так вот, как-то вот, вроде как-то так. Я не знаю. Живу в Башкирии, ни разу не ела бишбармак. Такое сытненькое, вкусное блюдо. Ну, кто-то может сказать, что оно такое, знаете, простое. Что тут, вареное мясо, кто-то еще картошку отваривает, знаю я. Кладет вот тоже, ну, по бокам картофель. Но свой шарм такой и свой вкус интересный все-таки есть. Очень вкусно, не знаю, мне нравится. С помидорочкой. Короче, какой-то свинский мукбанг. Так, мне надо взять эти полотенца. Ой. Как у вас делишки? Как детишки? Ой. У нас в магазинах, да, я заметила, цены прям каждый день что-то растут. Ой, божественный бульончик. Вот, знаете, после каких-нибудь праздничков таких, если хорошо отметил, то вот бульончик как это, как спасение прям. Ой, класс. Слушайте, а мне очень даже нравится блюдо это. Только вот, говорю, как-то есть его, надо научиться еще. Так что вот я говорю про магазины. Каждый день хожу, и цены каждый день меняются. Повышаются, в общем, не знаю. Что дальше-то будет? Будет АТАС, наверное. Зарплату-то не повышают. Не знаю. У меня в комментариях девушка спросила, буду ли я закупаться. Не знаю пока. Люди-то закупаются, думаю, потому что сейчас цены еще могут взлететь. Поэтому тарятся. Не знаю, может, муж приедет у меня через 2 недели. Может, что-нибудь там, какие-нибудь крупы. Посмотрим, может, что-то куплю. Потому что я говорю, заходишь каждый раз в другие цены. Это ужас. Это какой-то ужас.
Сейчас тоже садика прислали, скидывались, когда мы на фотоальбомы, ну вот выпускную Даши. И это уже фотограф сказал, на 200 рублей дороже будет. С Москвы ему там прислали, потому что в Москве печатают эти фотографии. Ой, в общем, пипец со всех сторон, в общем. Со всех сторон. Кстати, сейчас же на Алике нельзя расплачиваться, наверное, визой и мастер-карт. Надо вот, думаю, вдруг что-то вот так вот заказать. Ну, ладно, я там в Озоне, конечно, чаще и в Валбере заказываю. Ну, мало ли что. Все-таки думаю, наверное, это какую-нибудь карту МИР сделать. Вот не знаю, Тиньков, он попал под санкции или нет? Вроде нет. Тиньков, у меня есть карта? Мясо такое прям распадается. Я в мультиварке варила. 5 часов, как холодец варится. Вкусненько. У меня еще в морозилке лежит рыба. Купила я корюшку. Все вот прям хвалят ее, не нахвалят эту рыбу. Говорят, очень вкусно. Надо пожарить, в общем. Нет, тоже не ела я ее никогда. Все, хотела попробовать. Так, вот эти листья тут. Ой, эти листья. Тесто слипается. Ай, горячо. Ой, нифига тут листочков. Вот. Так что еще рыбки пожарить. Я тут на днях в магазине видела. Да что ты? Видела рыбку. Называется конгрио. И хвалят ее очень, расхваливают эту рыбу. Я не пробовала. Она такая розовенькая, конгрио называется. Можете в интернете посмотреть, может кто-то ел. А без чешуи и не костлявая, потому что она там морская какая-то рыба. Тоже питается там, креветками она питается, вот. Ну, дорого стоит, 500 с копейками там. Сытненько. Ну, мясо не жирное у меня. Прям телятинка такая. Ну, вкусно. Неудобно, правда, рукой. Косточка. Вот осторожнее, конечно. Мясо, хотя я разбирала. Но вкусно. Простое такое вкусненькое блюдо. У меня она слиплась. А как вот делать, чтобы она не слипалась, интересно? Вот эти вот листы, эти. Листы вот эти. Кайф. Короче, руками я не очень умею есть. Некоторые народы же вообще руками едят и плов. Как-то вот так вот раз, вот так, как-то в рот закладывают, так, нифига себе, интересно. Божественно, божественно бульон. Ой, лапота.
Что вы думаете по поводу закупляться, не закупляться? А то черт его знает, блин. Как подзлетит еще все цены еще выше. Не знаю. Не знаю даже. О, в стране у нас. Что будет? Чуть-чуть поем. И все, наелась. Большое блюдо. А лучок вообще прелесть. Все. Объелась сытненько. Живительный прям бульон, живительный. Ой, все, накушалась. Ладненько. Спасибо, кто меня посмотрел. Готовьте бешбармак, кто не пробовал. Советую, попробуйте. Интересно, вкусно, сытно. Мужчинам, думаю, понравится очень. Ну и мне даже вот женщинам понравится. Так что поставьте, пожалуйста, мне лайк за старание. Потому что это, ну, долго я готовила все. Довольно-таки, потому что мясо варить. И напишите комментарий. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. До скорой встречи. Всех люблю. Целую. Пока.